В турнире приняло участие более 70 человек, причем больше половины из них – это дети. Ведь именно дети больше всего любят подвижные и командные игры. И этот вид спорта очень популярен у них. Я занимаюсь волейболом уже 2 года, и соревнования очень отличные, мне они очень понравились. Игра была очень напряженная, но мы старались и выиграли общими усилиями. Мы приехали, переоделись, пошли сюда. Сначала разминались, потом начали играть. Ну, игры были очень напряженные. Первых соперников мы выиграли партиям 2-1, и вторых тоже то же самое. Всего 26 команд из Десногорска, Смоленска и Дорогобужа. Соревнования получились очень азартными, а сами спортсмены старались показать высокое мастерство и волю к победе. Цель турнира – популяризация здорового образа жизни, а также укрепление дружественных отношений между спортсменами. Десногорские волейболисты выступили очень достойно. Первое место заняли юноши – Данила Скуловатиков, Антон Ефременков и Михаил Громов. В других возрастных группах десногорцы заняли 2-е и 3-е места. Победители и призеры получили грамоты, медали и подарки от профсоюза Смоленска. Смоленской атомной электростанции.